Пусть светит месяц, ночь темна. Пусть жизнь приносит людям счастье. В моей душе любви весна не сменит бурного ненастья. Ночь распростерлась надо мной и отвечает мертвым взглядом на тусклый взгляд души больной, облитой острым сладким ядом. И тщетно страсти затая, в холодный час предрассветный среди толпы блуждаю я, с одной лишь мыслью заветной: пусть светит месяц, ночь темна, пусть жизнь приносит людям счастье. В моей душе любви весна не сменит острова ненастье. Александр Блок. Одно из первых стихотворений. Но сегодня мы говорим о замечательной картине Ван Гога «Звездная ночь», по мотивам которой Оля Васильева создала свое произведение в совершенно оригинальной технике, которая нам не встречалась в подражаниях Ван Гогу. Собственно, эта работа не является подражанием Ван Гогу. Ван Гог только навеял своим творчеством попытаться в совершенно новой технике отразить эту композицию. Колотая мозаика, беззатирочная техника, прекрасная работа, прекрасное ожившее произведение Ван Гога в совершенно новом ракурсе. Мне представляется, что это совершенно новая эпоха в творчестве Оли. Настолько профессионализм ее растет от работы к работе, что рекомендую следить за ее творчеством на нашем канале.